Уголовное дело возбудил краевой следком в отношении 17-летнего жителя Петропавловска, который подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Подростка задержали сотрудники полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские предварительно установили, что несовершеннолетний, действуя умышленно в составе организованной группы из числа работников интернет-магазина по продаже наркотиков, вылетел в Московскую область, где приобрел наркотическое средство в крупном размере в целях его дальнейшего сбыта, после чего подросток осуществил тайную перевозку наркотиков на территорию Камчатского края. Запрещенные вещества несовершеннолетний злоумышленник планировал распространять за денежное вознаграждение через тайники-закладки. По возвращению на полуостров подросток был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у подозреваемого обнаружено и изъято вещество, которое, согласно результатам проведенного исследования, содержит в своем составе наркотическое средство синтетического происхождения – метилэфедрон. В ходе следствия подросток дал признательные показания в инкриминируемом ему особо тяжком преступлении.